Новогодние песенки, нарядная елка, сказочные герои. Вот только место действия необычное. Манеж для верховой езды в конно-спортивном комплексе «Звездный». Пятый год подряд здесь организуют новогодний праздник, участниками которого становятся не только люди, но и лошади. Прекрасный праздник Новый год. В этот праздник дети, как правило, пишут письма Деду Морозу, самые сокровенные мечты, которые ждали целый год, чтобы они осуществились. Родители, я вам скажу, дети точно, втихаря, под бой курантов загадывают себе желания. Праздник в КСК «Звездный» помогли организовать Федерация конного спорта Московской области, Союз казаков, воинов России и зарубежья, администрация городского округа Щелково. А вот чтобы попасть сюда на представление, достаточно просто жить поблизости и воспользоваться приглашением. Около 1000 детей с родителями, обычных жителей Щелково, Лосино-Петровского и Звездного городка до отказа заполнили трибуны. Праздник для них был устроен совершенно бесплатно. Зрители шумно поддерживали туристов месяцев, которые обратились в туристическое агентство «Бабы-Яги», чтобы добраться к Деду Морозу. Вот только попадают они все время куда-то не туда. Зато знакомятся с Чукоткой, Африкой и Китаем, где их встречает дракон, символ наступающего года. В представлении участвовали артисты-конники. Элементы манежной езды показали воспитанники КСК «Звездный», кони-владельцы, которые держат здесь своих четвероногих друзей. Профессиональные спортсмены порадовали сложным и красивым искусством выездки. Сказочные туристы вернулись из путешествия домой, и вот тут-то их и ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посреди манежа КСК «Звездный» засверкала радостно огнями новогодняя елка. Участники представления пожелали зрителям счастья и добра в наступающем году. И, конечно, никто в этот день не остался без сладкого подарка. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.